Оплату в эфириумах будут принимать в Grossbill, французском магазине по продаже цифровой техники. Постоянные клиенты смогут расплачиваться за покупки именно этой криптовалютой. Руководство пока не собирается вводить другие цифровые валюты в качестве средства платежа, а такая практика может помочь Grossbill оторваться от конкурентов и стать одним из лидеров продаж на территории Франции. Эфириум не ориентируется на простые прямые платежи между одноранговыми компаниями, но это государственная децентрализованная валюта. Она выполнит любую операцию, при этом время подтверждения транзакции составит всего лишь 15 секунд.